Всем привет! Фух, нашел игрушку, конечно, она меня поразила под Амигу. Сейчас покажу ее. Жаль, что демо-версия, конечно. Will Fly Demo. Если не ошибаюсь, что-то в каком году она была выпущена. Где-то написано. В 2002 году. В 2005 даже вот. И закинули они этот проект. Но тем не менее, все, что они сделать успели, меня поразило. Напомню, левый монитор подключен по SCART, правый по Indivision. Запускаю в режиме NTSC ее. Здесь есть также и PAL. Кстати, игрушка поддерживает и RTG. Запускаю в режиме NTSC. Разрешение 320 на 200. Там, где по SCART, будет растянута картинка. Там, где по NTSC, будет точка в точку. Прошу обратить внимание на вступительную заставку. Это, конечно, нечто. Смотрим. И, конечно же, попытаюсь в нее поиграть. We'll be right back.
выбор. С игры выйти никак нельзя. Выход только по эскейпу. А по эскейпу выходит система. Вот такое вот. Не знаю, может попытайтесь запускать ее у себя. Других кнопок я не нашел.